Здесь присутствует командующий сил воздушной обороны вооруженных сил Киргизской Республики, полковник Айдар Алиев Кылычбек Акимович. Кылычбек Акимович, слышите нас? Слышим, слышим. Он представился. От его имени. Уважаемый Константин Михайлович, позвольте сердечно поздравить вас и ваш коллектив с 80-летним юбилеем. Пройденный плечом к плечу многоверный общий путь и единая судьба сделали похожими наши национальные характеры. Ведь способность понимать и принимать чужую боль как свою, терпимость, уважение к иной вере, незнакомым обычаям и образу мысли роднят россиян и кыргызов и сейчас, в наш нелегкий 21 век, в который оба наши государства рука об руку вошли, чтобы плодотворно укреплять узы доброй воли, партнерства и дружбы. Уверен, что добрососедские отношения принесут огромную пользу для укрепления доверия, мира и стабильности наших государств. Уважаемый Константин Михайлович, в день празднования 80-летия образования вашего вуза от имени командования сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики желаю вам и вашему коллективу крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и огромных успехов. Командующий сил воздушной обороны Вооруженных сил Киргизской Республики полковник Айдар Алиев. Кроме того,